кола нога, а с нее по полюшку лупит пулемет и лежит на полюшке сапогами к солнышку с ростокой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куриными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Мухова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старший Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой, раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык приложивал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную слева клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал, и я ее испробовал, вспомнил маму родную да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, цариночка, малая песчиночка, в глаз попала лютому, дернулась рука. Я от винтовку выронил, долго за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад, сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко да геройский взвод.